Всем привет! Смотрите, красавец какой прилег, развалился, лежит такой хорошо, наверное, ему. Pink Impression дал. Топинг прошел, но лист света ему тут не хватило, лампочек я не стал вешать, повесил одну, света не хватило. Лист стал очень светлый, такой тюльпан я даже не буду собирать, поэтому его я уже и не доливаю. Стоит вот сегодня ночью, развалился, весь упал. Так, довольно-таки крупный бутон получился. Но очень светлая листва. Хотя на камере не особо это видно. Но такими торговать не собираюсь. Вот этот еще стоит. Лежит, отдыхает. Сегодня на помоечку, сейчас выкину. Место надо освобождать под другое, а он тут балдеет. Pink Impressional. Красавчик. Давайте длину посмотрим. Что-нибудь выдернем. Приличная. Сантиметров 60 точно есть. Жене дал задание вывести Pink Impression. Вот, справляется. А тебе тачка идет. Да. Я хотя другого представляю. Тут он как-то хуже смотрится. Пойдемте посмотрим, как он в теплице выглядит. А вот так он выглядит в теплице, Pink Impressional. Бутон огромный, конечно. Ножка тоже довольно-таки толстая. Почти 70 сантиметров. 65 точно. Но это все тоже пойдет на помойку. Потому что лист очень светлый. Здесь особо не видно. Но он действительно светлый. Просто не хватило ему света в моей пристройке, в моем коридоре. Надо было повесить побольше лампочек. Но не было времени этим заниматься. Поэтому цветок пропал. Больше 1000 штук стеблей придется выкинуть. И это все тоже реально идет на помойку. А вот Stronghold стоит. Желтеет потихоньку. Ну, очень простой, чересчур дарвиновский бутон. Сейчас попытаюсь его весь забрать. Такой букет еще. Все взял. Практически. И погнали. Подарим жене. Pink Impression. Божество. Не упасть бы с ним. Несем. Я тебе цветы несу. На, подарок. Не хочет. Говорит. Придется выкинуть. И немножко Альгарва на помоечку. Отправляется. Прямиком. Полетели. Кстати, зацветает каламбус.
которым я очень доволен. Красивый. Уже даже потихоньку некоторые дергаю. И по высоте высокий. И бутон шикарный. Из желтых в этом году больше всего радует сорт авокадо. Ровненький. Очень красивый. Буду скоро снимать. Вот в такие коробки я упаковываю свой цветок. Вот поставил каламбус. На такой стадии я его рву. Сильно не даю ему распускаться. Ну вот коробка 65 сантиметров до сюда. То есть довольно-таки высокий. А вот это сорт Лувр. Розовая бахрома. Ну, цвет какой-то грязный. Не очень. Но пачка мощная. А так выглядит сорт Лалибелла. Вот рву на такой стадии. Слегка окрашенные кончики. Такой цветок можно легко дохранить до 8 марта. Но я пока еще не храню цветок. Этот цветок я продам раньше, естественно. На 8 марта будет цветок весь свежий. Эти цветы, которые я рву сейчас, продаю сейчас. Сноу леди. Высокая тоже, почти под крышку. Вот, 65 сантиметров почти. Рональдо, который я думал, что будет черный. Довольно-таки темный, не вишневый, какой-то винный цвет. Кунг-фу. Так особо не видно в пачках качество. Вот высота 65 сантиметров коробка. Смотрите, как смотрится сорт авокадо в срезке. Я вообще кайфую от него. Бутончики ровные, крупные. Пачка чуть запотела, из холодильника вынес. Класс. 5 часов, работники домой погнали. Цветов набрали. До завтра!